МВД хочет ввести ограничения для водителей-новичков. В частности, ведомстве считают необходимым запретить начинающим водителям буксировать другие транспортные средства, а также перевозить крупные грузы и пассажиров на мотоциклах. Об этом сообщается на едином портале размещения проектов нормативных правовых актов. По мнению авторов инициативы, такие изменения снизят уровень аварийности на дорогах и тяжесть последствий от возможных ДТП.